течение 2 дней жители области могут пройти обследование и осмотр у профильных специалистов для диагностики новообразований. Массовая акция просвещения свердловчан в вопросах профилактики колоректального рака стартовала в одном из торговых центров Екатеринбурга. На этой площадке тематически мы сегодня говорим о колоректальном раке. К сожалению, такая проблема есть, она существует. И колоректальный рак занимает 3-е место в структуре заболеваемости и, к сожалению, в структуре смертности. Очень легко ее продиагностировать на раннем этапе. Конечно же, это проходить профилактические периодические осмотры. Чтобы привлечь внимание посетителей, медики представили гигантский надувной макет прямой кишки. Внутри и снаружи конструкции можно детально рассмотреть все возможные патологии, которые появляются у человека в результате небрежного отношения к своему здоровью. Здесь же можно получить консультацию эндоскописта, маммолога, дерматолога обо всех особенностях диагностики онкологических заболеваний. Массовый онкоскрининг организован в соответствии с задачами федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта здравоохранения.